причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель ходил по воде. И Андрей доставал из воды искорей, а спаситель погибших людей. И Андрей закричал: я покину причал, если ты мне откроешь секрет. И спаситель ответил спокойно: Андрей, никакого секрета здесь нет. Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад. Итак, добрый вечер. На моих часах 19:59, и мы начинаем третью онлайн-лекцию. Сейчас, по обычаю дистанционного обучения, мы проверим настройки. Пожалуйста, появилась заставка, и внимательно посмотрите вот по поводу звука, и, соответственно, есть жалобы, что иногда что-то зависает с видео. Простейший вариант: либо вашей мышкой кликнуть и обновить страничку, либо просто F5 сверху на вашей клавиатуре. Если по каким-то причинам не удается сделать, мы сожалеем, но вот аварийный вариант. И сейчас модератор поставит ссылочку, по которой, ну, в принципе, если вот не слышно, не видно, но, тем не менее, вы всегда можете найти материалы, которые были. Они не заменяют нашего общения, безусловно, но, тем не менее, пожалуйста, сейчас будет ссылка, вот, вы сейчас увидите в чате, да? Пожалуйста, да, вот это вот ссылка, по которой можно посмотреть. Так, пожалуйста, по настройке звука плюсиками или да, либо цифрами, или какие-то просто активность в чате. Чат это справа снизу, пожалуйста. Угу. И далее, уважаемые коллеги, значит, персонально Александр, Леон и другие люди, которые по каким-то причинам зарегистрировались через имя. Вы сделали ошибку, и у вас есть примерно 5 минут, чтобы ее исправить. Для того, чтобы ее исправить, вам необходимо зайти вот сверху над моим изображением, есть кнопочка «Выход», и у нас принято, я прошу уважать наши правила, потому что они определяются мной, а не кем-то еще, сразу говорю, и зарегистрироваться имя, отчество, фамилия. Еще раз, имя, отчество, фамилия. Через 5 минут все иные варианты будут автоматически удалены. Пожалуйста, уважайте правила места, куда вы пришли. Пожалуйста. Пожалуйста, модераторы, потихонечку приступаем к работе. У нас следующая заставка, пожалуйста, модераторы. Итак, поступил ряд домашних заданий. И по-прежнему лидирует Андрей Валерьевич Березин и Чигирин Иван Иванович. Было 2 домашних задания, были другие, еще несколько человек прислали, но вот 2 этих человека пока лидируют. И сверхкратко напомню, кто не знает, о чем идет речь, повторяю, вот уже указано модератором ссылки, есть запись предыдущей лекции, можно посмотреть. Итак, первый момент, нужно было оценить некое произведение, некоторые журналы по выбору тех, кто выполняет домашнее задание. И вот здесь вот как раз, наверное, общая ошибка нескольких человек, которые прислали, что чрезвычайно вежливая, чрезвычайно корректная оценка.
Мой совет, если речь идет о развитии, надо понимать, что чего-то хорошего бывает всегда очень мало, обычно в районе 1-2-3%. И, соответственно, вот лучше делить жестче. Значит, практика конференции показывает, что если идет конференция, хорошая конференция, то в лучшем случае в течение 1-2 дней бывает 1-2 доклада. Очень часто, главное это издание, когда его консультируешь, а я проконсультировал около 70 изданий, говорит, что в течение года было там 1-2-3 статьи. Через раз я буду рассказывать о книге, когда редактор национального издательства сказал, что за 25 лет его службы, за 25 лет службы в национальном издательстве всего лишь была издана одна приличная книга. Поэтому, когда речь идет о развитии, помните, что у чего-то хорошего бывает мало. Как правило, когда чего-то хорошего много, либо это просто вы чрезвычайно воспитанный человек, я не против этого, но повторяю, в творчестве обычно хорошего бывает чего-то мало, это первый вариант. Второй вариант, вы очень начинающий, то есть в кавычках школьник или студент, человеку может быть 50 или 40 лет, но все равно вот школьник или студент, и, соответственно, он еще не набрался опыта, он не умеет отделять хорошее от плохого. Поэтому такое стратегическое замечание, что вот в творческих интеллектуальных вещах что-то хорошего – это единичные образцы. Очень часто в стране, очень часто в мире. Вторая задача была связана с профессором. На мой взгляд, там не нужно было искать какой-то тайны психофизиологии. Мне кажется, там возможно решение на уровне сержанта полиции. Пока немножко отложим эту задачу, потому что сегодня большая программа, задача несложная, как-нибудь мы ее обсудим. Пока было мало ответов. И пожалуйста, уважаемые коллеги, пожалуйста, модератор, следующий наш слайд. Значит, наверное, судя по фамилиям, именно фамилиям, ряд коллег присоединился впервые. У меня есть несколько рекомендаций, которые вот я хочу дать. Мы начинаем по выходным в 19:59. Соответственно, мы предполагаем, то все прочли наши правила. Они очень простые. Регистрация имя, отчество, фамилия. Даже если вы привыкли, что вас называют иначе. У нас так принято, потому что у нас онлайн-лекции научные, а не традиционный вебинар, где вот общение на уровне бани. У нас такого нет. Второй момент. Если вы хотите совместить вот эти онлайн-лекции с телевизором, с домашними делами, общением в социальных сетях, думаю, что у вас не получится, потому что материал довольно сложный. Далее, мой совет на листке, лучше в блокноте или в тетради, вести запись. Сегодня начинаются опорные сигналы, схемы. Я понимаю, что вы можете сделать скриншот с экрана, кроме того, обещана нам видеозапись. Но тем не менее, чтобы понять материал, мой совет пропустить через мышечное усилие, через руку, вот именно зарисовывать, записывать в блокнот. Еще раз повторяю, как правило, те, кто записывает блокнот, задают наиболее такие, ну, дельные вопросы. Естественно, окончательное решение принадлежит вам. Далее, вы видите еще раз ссылку на страницу, это базовая страница, где анонсируются материалы, и где анонсируются новые материалы и указываются старые материалы, вот там справочная страница для вас. Кроме того, мы даем новый материал, и сейчас, пожалуйста, модератор поставит ссылочку вот на Weekend V1, да, страничку там в чат, да. Некоторые участники уже принимают более активное участие, помогают нам, и, соответственно, вот кто хочет к ним присоединиться, пожалуйста, для вас такая специальная страница заведена. Следующий момент, в чате, это справа. Вы можете кликом вашей мыши открывать все рекомендованные ссылки. Они остаются у вас открытыми. Тогда, когда я закончу, у вас будет, вероятно, там 10, 12, 15 открытых ссылок. Вероятно, стоит потратить еще минут 15-20 после нашего общения, тем, чтобы почитать на свежую голову те материалы. Отдельная благодарность минчанам. Пожалуйста, с домашним заданием слайд поменяем еще раз. Да? Предыдущий, да? Которые активно нам помогают, пожалуйста. Значит, Профильцову Александру Викторовичу и Блыщику Роману Алексеевичу, которые делают наши видеозаписи. Но мы потихонечку приступаем. И, пожалуйста, первый слайд с обучением, самооценка. Модератор, пожалуйста.
Ну, подождем, подождем. Мы взяли хороший темп. Да, значит, вот сегодня программа онлайн-лекции. Я пока подожду. Лишь еще раз скажу, что ваши вопросы можно задавать во вкладке «Вопросы». Традиционный вопрос. Где посмотреть вторую лекцию? В чате уже указана страница. Вы заходите на нее, а она там висит сверху. Пожалуйста. Как бы, да, скажем, да, пожалуйста. Она уже висит, да. Значит, пожалуйста, висит заставка, что сегодня у нас будет происходить. И, пожалуйста, по самооценке переходим к первому учебному материалу, пожалуйста. И вот, уважаемые коллеги, о чем я говорил, у нас наконец появилось на экране. Значит, вот схемы. Значит, я эти схемы подобно рисую 30 лет на доске, и они воспринимаются совершенно нормально. Но по контрасту с редактором, стандартным редактором и очень аккуратным заголовком, они смотрятся, вот, скажем так, неаккуратно. Но тем не менее, мы это преодолеем. И вот как ни странно, вот в том, что сейчас вам будет показано, важна рисованная мною часть фломастером, а не заголовок. Итак, что же изображено на этой схеме? Я прежде всего обращаюсь к тем, кто ведет запись в блокнот, тетрадь, либо на лист. Лучше блокнот, потому что таких будет много. Итак, есть некое достижение, вот такой кругляшок в центре экрана, достижение. И далее в первом приближении, подчеркиваю, это первое приближение, у нас будет много приближений, дальше понятие гениальности творчества. Есть развилка. Значит, первая развилка, как мы говорили в прошлой части, человек занимается самопсихотерапией, то есть сделав даже небольшое достижение, человек начинает говорить: я уникален, я номер один, я сделал впервые, я гений, ну и так дальше. Вы это слышали. Это такая очень мутная стратегия. И на длинных временах это годы, месяцы и годы. Это всегда провальная стратегия. Можно понять молодого человека либо девушку, которая немножко блефует перед сверстниками, перед противоположным полом. Это понятно, там дело в гормонах, наверное. Вот если такую стратегию играет взрослый человек, вот мой совет, это несерьезно. Другая стратегия, вот от кругляшка идет вверх, не сама психотерапия вверх. Это сравнение себя с сильными аналогами. Очень интересный момент, в отличие от рекомендаций психологов, сравнение не с самим собой, с самими достижениями, не сравнение со слабыми, это тоже слабая стратегия, потому что всегда можно подобрать человека, который более слаб по сравнению с нами, а сравнение с наиболее сильными достижениями. Но если цель высока, то, соответственно, вы сравниваете с достижениями на уровне крупного города, в русскоязычном пространстве это миллионники и выше, с европейскими достижениями и, не побоюсь этого слова, с миром. Как только мы начинаем сравнивать себя, вот если у нас нет объекта сравнения, то, соответственно, мы впадаем в некоторую такую область, некоторого такого полувранья. И на длинных временах это вранье так просто не проходит. Человеку уже 40-50 лет, несколько десятилетий вранья так просто не заканчивается. Без какой-либо мистики, на основании таких рефлексов, совершенно обычных психических рефлексов, такие вещи заканчиваются плохо. Пожалуйста, какие будут вопросы? Сейчас мы немножко попозже посмотрим ролик. Вопросы по самооценке и оценке творческих личностей. Хорошо, тогда для разминочки мы сейчас посмотрим видеоролик с академиком. Он короткий. Если у кого-то почему-то видео не воспроизводится, пожалуйста, значит, нажимаем F5. И какое это будет первое домашнее задание, посмотрите, пожалуйста, натуральный академик, то есть не самоназначенный, а настоящий академик, рассказывает о творчестве. Мне кажется, что он в ряде мест ошибается. Это будет первое домашнее задание. Возможно, я ошибаюсь, и он прав. Но очень внимательно смотрим, а потом продолжим наше общение. Значит, у кого там нет демонстрации или звука, либо F5, либо подождите минуточку. Через минуту мы вернемся. Пожалуйста, модератор, ролик с кабиной. Я позволю себе просто привести одно выражение Канта, которое, мне кажется, очень хорошо определяет суть
вот этого явления гениальности, это способ создавать то, к чему нет определенных правил. И Кант, что очень, мне кажется, важно, замечал, что это полная противоположность подражанию. Иными словами, учиться очень успешно, добиваться определенных успехов в познании той или иной области, той или иной дисциплины, быть прекрасным специалистом, это отнюдь не значит быть гениальным, потому что всякое обучение – это есть подражание. С другой стороны, мне очень понравилось выражение одного из французских психологов о том, что вот гениальность – это способность совершенствовать старый запас информации, старый запас знаний, представлять очень четко, что происходит в настоящее время, и прогнозировать будущее, исходя из опыта прошлого и из состояния сегодняшнего дня. Пожалуйста, критерии оценки. Ну вот мы вернулись, и снова рекомендую вести записывание. Вот сейчас появилась небольшая схемка. Те, кто посещает очные лекции, она знакома. Те, кто видит ее впервые, я постараюсь сейчас будем очень не спешить. До этого момента я гнал, чтобы сэкономить время. Сейчас будем не спешить. Итак, я сейчас расскажу вам некоторую схему, которую сделал на основании идей английского права великий американец Томас Джефферсон, один из отцов-основателей американской нации, один из авторов Декларации независимости США, вот, и в своей интерпретации. На всякий случай, вот то, что я сейчас буду рассказывать, сделано в 1790 году. Итак, 1790 год, Томас Джефферсон был послом во Франции, возвращается в Штаты и работает госсекретарем Соединенных Штатов Америки. И одна из его обязанностей – отказывать, очень важное слово, отказывать изобретателям, которые пытаются подвигать свои проекты для правительства. То есть, еще раз повторяю, не поддерживать, а отказывать. И, соответственно, с опорой на английское право Томас Джефферсон предложил два критерия, которые потом, в общем, довольно часто используются. Вот по горизонтальной оси, в начале координат я положил кота, это не оговорка, кот, кошка, просто любимый персонаж. Дальше стоит буквочка П. Вот по горизонтальной оси отложена некая полезность. Дело в том, что мы живем в социуме, я живу в социуме, вы живете в социуме, и социум, либо общество так устроено, что пытается выжить из нас пользу. Вот чем бы мы ни занимались, выжить из нас пользу. И вот, соответственно, для любых профессий, творческих и нетворческих, это может быть религиозная деятельность, например, это может быть работа машиниста или электропоезда, в каждой профессии есть какая-то полезность для социума. И вот в начале отсчета у нас положен код, потом я объясню почему. Вот следующее нарисовано по горизонтальной оси, некая половинка, часть личности. Вот просто я позволю себе сделать некую часть личности потом падает дальше. Дальше личность. Дальше следующий кружок, написано город. Дальше почти не влезает, например, Европа, либо Азия. Но вы понимаете, что после Европы или после Азии, если просто продолжать эту линию, и она не мистическая, то все континенты, то есть земной шар. Чем принципиально отличаются творческие профессии, совершенно неважно, это преподаватель, художник, ученый, технолог, неважно. В творческих профессиях обязана быть новизна. Вот избави Бог, в буквальном смысле нас, от новизны машиниста, электропоезда, электрички или, не дай Бог, маршрутки. Вот избави Бог, кто часто на трассе, меня прекрасно понимает. Вот в творческой профессии как раз новизна самое то, что и есть. Опять-таки, в начале системы, конечно, обыкновенный код, домашний код, я надеюсь, у кого-то есть коты из присутствующих. Дальше часть личности, такой половинка эллипса. Дальше уровень города. Дальше уровень страны, Европы, и всех континентов. И вот очень простые критерии. Дальше, опять-таки, очень важный момент, и уже можно готовить вопросы. Если быть честным самим перед собой, то, соответственно, очень хорошо можно себе ответить на вопрос, где я, каждый отвечает по себя, нахожусь.
И вот где я нахожусь? То есть я делаю некоторую полезность социуму, обществу на уровне своей семьи. Замечательно, без комментариев. Но кроме семьи существует еще компания, существует город, существует нация, существует страна, ну и так дальше. Соответственно, какую новизну? Вот могу ли я дать новизну на уровне кота? Ну, новизна для кота, она не сложна. Особенно кот молодой, с ним можно поиграть, его можно покормить, как-то еще. То есть кот в этом отношении или кошка, в общем, благодарные животные, и это не сложно. Если новизна на уровне семьи, часто и на уровне семьи нету. На уровне работы, и на уровне работы нету. На уровне специалистов, ну, одной профессии тоже нету. На уровне города нету. И вот, соответственно, скажем, очень опасный квадрат, который, посмотрите, пожалуйста, примыкает к системе координат синенький, о котором мы говорили в прошлый раз и начинаем говорить в сегодняшний раз, это когда человеку 40-50 лет, и человек запутался в своих соплях, слезах, обидках на общество, на кого-то еще, на начальство, он пребывает вот в этой вот ситуации. То есть в лучшем случае полезность и новизна эгоистическая. То есть для себя, ну, максимум для там ближайшего окружения и кота. Кот специально вместо нуля взят, потому что такой понятный объект. Почему эта зона плоха? Потому что она примыкает к зоне, написано D. D это деградация, в буквальном смысле слова деградация. Когда полезности нет, полезность отрицательная, человек разрушает, не создает, а разрушает себя, семью, компанию, ну и так дальше. И новизны нет. Это такой критерий, два критерия деградации. Новизны нет, ни полезности нет. Есть поговорка, вы прекрасно ее знаете, ни себе, ни людям. Вот это как раз связано с деградацией. Поэтому, когда мы честно, я не прошу это делать сейчас прошу только вопросы задавать, определяем, где нахожусь я как личность, на каком уровне полезности, ну, надо быть честным перед собой, честно давать себе отчет. То, соответственно, возникает вопрос, кто вокруг меня, какие люди вокруг меня. Откуда я пришел, либо пришла в эту точку? Куда можно двигаться? И самый страшный вопрос, куда можно деградировать? Пожалуйста, какие вопросы по этой схеме? Она интуитивная, она очень жестокая, эта схема. Но, повторяю, я не обещал, что у нас будет благостное изложение. Пожалуйста. Андрей Георгиевич Курьян спрашивает, как определяется новизна? Андрей Георгиевич, новизна определяется по сравнению с лучшими аналогами, которые у нас были в предыдущем слайде. Мы берем лучшие аналоги, а не худшие. Это наиболее сложная и наиболее честная игра стратегическая. Лучшие аналоги в профессии, ну, например, если мы говорим о профессии. У спортсмена все очень просто. Последнее мировое достижение, последнее олимпийское достижение. Я понимаю, это запредельный уровень, но он максимально честный. И именно нацеливаясь на такие результаты, человек дает результат. Если человек дает результаты по сравнению с какими-то троечниками, то, соответственно, скажем, он начинает заниматься самопсихотерапией и так далее. Скажем, Юрий Владимирович Антонов, уезжать из города не хочется, получается, нужно формировать среду вокруг себя. Я сейчас не говорил о городе. Город в данном случае символ. Просто речь идет о масштабе полезности. О масштабе полезности. Есть полезность на уровне организации, есть на уровне многих организаций, есть полезность на уровне города. Например, если вы номер один в какой-то специальности в Петербурге, что я хорошо знаю, это 5-миллионный город. Это сложно. Большинству людей на этого не хватает всю профессиональную жизнь. Еще раз, несколько десятилетий, и человек не может стать номером один, там, ну, хотя бы в десятку войти, по своей профессии в таком городе, как Санкт-Петербург. Вот о чем идет речь. Вопрос Александр Валерьевич Костин. Игорь Иванович, возможно ли новизна философии, эпистемиологии? Значит, чуть-чуть попозже, Александр Валерьевич, значит, замечательный вопрос. Я могу на него ответить, но мне нужно полчаса. Сейчас полчаса нету. Мы этот вопрос, модератор уже записывает ваш вопрос на одну из следующих лекций. Пожалуйста, возможно, на 12 число. Спасибо за шикарный вопрос. Спасибо большое. Значит, модератор записал вопрос, я не вижу боль. А, пожалуйста. Александр Георгиевич Курян. Мировой рекорд по бегу измеряется в секундах, а фигурном катании как? Ну, например, если человек изобретает новый элемент в фигурном катании, блестяще его показывает, на какое-то время, как правило, непродолжительное,
Наверное, он номер один. Наверное, он номер один. Если так показывает хорошо. Возможно, ведь деление. Только придумывает и только показывает. Возможно, ведь деление. Бывает такое. Да? Леон Малхатович Бедоев. Возможно, и новизна в религиозной деятельности. В исламском дизайне. Я не специалист по исламскому дизайну. Значит, думаю, насколько я понимаю, развитие любой религии, да, такое возможно. Другое дело, что там бывает классическое направление любой классической религии, бывают еретики и так дальше. Но новизна в религии возможно. Значит, я лучше знаю христианскую религию, прошу меня извинить, масса обрядов, которых у Христа не было, их кто-то создал. Другое дело, что я немножко путаюсь в именах святых отцов, которых их создали, но тем не менее они были созданы. Уверен, что в исламе есть свои аналоги, просто прошу меня извинить, ислам я не знаю. Оксана Николаевна Крачкова. Уровень популярности, а не конкретных результатов в бизнес-тренингах можно считать критерием для оценки. На это есть смысл равняться. На уровень популярности равняться нет. Значит, вот как ни странно, я понимаю, что жестокая оценка на уровень популярности, нужны свои достижения. Свои достижения. Значит, о бизнес-тренингах я говорил немножко в прошлый раз, уровень популярности, могу сказать сразу же, чрезвычайно популярна попса. Очень популярны обманы. Обманы страждущих людей. Это очень простой уровень. Популярность и результаты нет. В свое время Виктор Шкловский запустил в начале 20 века метафору, называется по гамбургскому счету. То есть борцы собираются в Гамбурге, и, соответственно, цирковые борцы. И, соответственно, скажем, в каждом городе они пишут афиши, там номер один, победитель мира, самый крутой борец и так дальше. А в Гамбурге они решают вопросы для себя, кто действительно. Литературоведы проверяли, Шкловский эту метафору придумал, то есть борцы в Гамбурге не собирались. Но тем не менее, в профессии бизнес-тренера есть такая гигантская опасность, личностная и профессиональная деградация. Опыт показывает, что первый незаслуженный успех, незаслуженная популярность ведет к деградации бизнес-тренера-консультанта. Я их насмотрелся тысячами. Поэтому популярность и результаты, вот, по гамбургскому счету, это иногда кажется, что это близкие вещи, но это разные вещи, скажем, да? Дмитрий Алексеевич Харламов, критерии оценки рейтинга. Нет, как правило, вот шоу-бизнес этим страдает, когда придумывается рейтинг, объективный рейтинг, на следующее утро появляется еще более объективный рейтинг. Должны быть некие более-менее объективные показатели. Если вас интересуют детально теории оценки, то вы можете обратиться к присутствующему у нас, скажем, господину Костину. Он в этом много понимает. Как оценить полезность? Вот то, что я сейчас пока рассказывал, просто интуитивно. То есть те результаты, которые дает личность, они применимы на уровне семьи, полезны семье. Они полезны большому объединению людей. Заводу, институту, там, не знаю, чему-то еще. Они полезны стране, ну и так дальше. Потенциально полезны. Это достаточно интуитивная оценка, но тем не менее, если себе не брать, в общем, понятно, о чем я говорю. Критерии новизны обязательны для диссертации. Количество защищенных работ повышает разумный уровень новизны, особенно в общественных науках. Это проблема. Сергей Михайлович Храмов спрашивает. Да, значит, насколько я знаю, в России защищается в год 25-30 тысяч диссертаций, из них это кандидатских и докторских, из них в районе 5 тысяч докторских. К сожалению, там не очень жесткие критерии. В патентоведении более жесткие критерии. В патентоведении требуется мировая новизна. Да, в гуманитарных науках новизна и полезность очень часто придумывается. Да, это правда. Один из таких хороших техник оценки новизны, непридуманный, это, к сожалению, не диктационные советы, а такая грамотная жесткая конференция. Ну, жесткая не в том отношении, что кто-то обижен, скажем, да? Довольно жесткие, не гибкие метры используются, не гибкие оценки используются для человека. Далее, значит, хорошо, давайте пойдемте дальше, мы еще чуть-чуть вернемся к этому. У меня много материала, поэтому чуть-чуть увеличу темп. Пожалуйста, следующий слайд, который у нас потом. И вот теперь немножко приступаем к теме, которая заявлена. Что делают гении, что делают таланты, что делают профессионалы, что делают деградирующие.
Вот та схемка, которая нарисована на экране, значит, в принципе, подобную схемку можно найти у английского философа Герберта Спенсера. Это частично ответ на вопрос по поводу новизны философии. Но в данном случае я использую, да, это 19 век, примерно середина 19 века, Герберта Спенсера у нас не очень хорошо, прямо скажем, знаю. Я использую схемку Алексея Николаевича Серверсова, нашего биолога. Биолога. Это интерпретация, графическая интерпретация, что делает гений, что делает талант, что делает профиль. Вот главное поле зелененькое, там аналог такого куста. Как вы видите, там есть веточки более толстые и более тонкие веточки, более тонкие. И вот это вот некоторая, допустим, профессиональная деятельность некоторой профессии. Толстые веточки, допустим, это пока интуитивно, это некоторые таланты. Тоненькие, ну это просто профессионалы делают, просто делают профессионалы. Вот что делают гении, Что делает гений? Гений делает скачок, принципиальный скачок на следующий уровень, который не очевиден сообществу. Это первое, качественный скачок. Второй момент, он открывает возможности вот, для последующих людей. Характерный момент, специально не привязываясь к фамилиям, потому что начнется длительное выяснение отношений и прочее. Обратите внимание, можете посмотреть на Викинг, там пока мало этих материалов, можно просто посмотреть в интернете. Вот когда были сделаны первые микроскопы, открытия, научные открытия пошли навалом. Был сделан инструмент, ну, собранием гениев, микроскоп. Дальше какие-то таланты, просто люди, имеющие досуг, просто начали наводить его на что угодно. И открывать разные, ну, микроорганизмы, разные мелочи, которые обычным глазом просто не видны. Аналогично, когда появились первые телескопы, вот каждое новое поколение телескопов дает скачок в астрономии. Открываются новые объекты, которые, причем открываются людьми, но минимально следующими, то есть, ну, телескоп делают, инструмент делают люди более продвинутые, дальше можно пользоваться, делать открытия. И далее существует, да, аналогия, это переход на следующий уровень в компьютерных играх. Вот такая аналогия. Но есть опасность, деградация. Деградация, когда человек ухудшает, либо группа людей, ухудшает свои возможности, это было бы на это дело, честно говоря, наплевать, но он ухудшает, как правило, возможности других людей. Есть замечательная фраза, которая принадлежит, к сожалению, не мне, я сказал Сергей Валерьевич Сычев. Она говорит о том, что вот деградация, к сожалению, заразительна. Вот это не метафора, а, к сожалению, механизмы деградации, к сожалению, заразительны. Я уверен, точнее, я знаю, что у нас есть люди, которые меня сейчас слушают, которым так уже, ну, им так за 50, скажем так. Я надеюсь, полагаюсь на их жизненный опыт, и тем, которые за 40, наверное, у них есть свои, ну, жизненные примеры, которые этот тезис подтверждают. Поэтому еще раз. Гений делает прорыв, неочевидный прорыв на следующий уровень. За ним встраиваются таланты. Еще один пример прорыва. Примерно 1330-1350 год, уже нашей эры, Италия. Франческо Петрарка стал много писать о себе, о личности. Обратите внимание, Петрарка был не первым и не единственным, там еще были другие итальянцы. До этого писали о Боге, о апостолах, о каких-то церковных вещах, о войне, о строительстве, об архитектуре. Петрарка, вот, он открыл дверь в лирику, и в определенном смысле, кто знаком с лирическими поэтами и писателями, до сих пор не могут успокоиться. То есть он здорово открыл эту дверь в 1330-1350 годах, примерно в это время он открыл. Дверь до сих пор не закрыта, мы как бы и не помним, но когда-то он сделал впервые. Да? Франческо Петрарка один из тех людей, кто создал лирику. Следующий, пожалуйста, да, извините, не следующий, я стал гнать, извините. Давайте посмотрим вопросы по этой схемке, которую можно перекрыть. Андрей Георгиевич Куян, прорыв смены парадигмы по Джоэл, значит, как бы, в частном случае, да, это смена парадигмы не только по Джоэл, да, в том числе, но парадигма должна быть крупная, вот в чем дело, парадигма должна быть крупная. Значит, пример смены парадигмы, обратите внимание, что в нашем обыденном восприятии, вот сейчас у меня как падает свет лампочки, на вас какое-то освещение есть, наше обыденное восприятие считает, что свет непрерывен. Ну вот свет непрерывен. Начало века, 1010 год, Макс Планк,
устанавливает совершенно юридическую вещь, что оказывается свет квантован. Если вы внимательно посмотрите историю физики, я сейчас не хочу углубляться в великих физиков, потому что ну, долго это будет делаться. Оказывается, вот как Макс Планк приоткрыл дверь в квантование природы, и эффекты квантов обнаружились во многих других вещах. Там. Вопрос. Не вижу вопрос. Пока сейчас я посмотрю. На меня удивлены будем. Значит, сейчас я в общем чате, да? Значит, всегда ли между слоями есть разрыв? Вы знаете, вот это такой очень дискуссионный вопрос. Я это показывал в первый раз, сегодня показываю. Вот по моим данным, вот есть некоторый трудноописываемый интуитивный скачок. То есть есть просто поведение каких-то световых измерений, которые проводили масса в начале века. Ну, просто обыкновенные измерения, вот в пределах этой зеленой плоскости. И есть скачок, когда человек впервые предложил, что свет распространяется кусочками. И повторяю, вот в науке 20 века идея квантов, не обязательно света, многократно использовалось. Вот похоже, что этот скачок есть. Но в принципе это не открытая, не исследованная тема. И я специально сделал вот такой разрыв. То есть не непрерывность. Да. Я специально это сделал. Пожалуйста, вопросы. Угу. Так. Ну, хорошо, пошли тогда. Одну секундочку, что у нас. Ага. Уважаемые коллеги, сейчас у нас пойдет довольно длинный видеоролик. Значит, если не будет видно, значит, перезагрузитесь через F5. Если по каким-то причинам не видно, извините, ну, что там, значит, с интернетом. Сейчас будет некоторый ролик, посмотрите. Значит, ролик будет посвящен религиозной дискуссии. Я прошу, да, религиозной дискуссии, я прошу не вовлекаться в дискуссию, хотя она такая провоцирующая. Там будет один потрясающий пример, в определенном смысле он дополняет вопрос господина Курьяна. Вот, и внимательно просто смотрим. Мы прервем, я скажу, когда его прервать, мы почти до конца досмотрим, ну, просто чтобы экономить время. Модератор, пожалуйста, ролик. Вот можно я отцу Михаилу задам вопрос? Пожалуйста. Отец Михаил, позвольте вам вопрос? Конечно. Вот скажите мне, вот я сейчас к вопросу о сложности вопроса, да, вот я сейчас попробую с предельной деликатностью, предельно аккуратно сформулировать характеристику. А вы мне скажете, обижаю я вас этой характеристикой или нет? Перешел я некие границы или нет? Вот возьмем. Сын Божий, родившийся от девственницы прекрасной и добродетельной девушки, сделавший в течение своей жизни много прекрасных поступков, в том числе и воскресивший мертвого. Оклеветанный и преданный этот человек принимает мученическую смерть и возносится на небо к своему отцу по велению этого отца. Я нигде не перешел рамки. Это корректное изложение? Ну, не вполне, но более-менее. А я говорил о Геракле. Я говорил о сыне Зевса и Алкмены. Я говорил о том, кто воскрестил Алекстиду. Я говорил о том, кто добровольно вошел на костер. Видите ли, все религии, к сожалению, собраны из одних и тех же запчастей. Просто эти запчасти располагаются в несколько разном порядке. Они все поразительно вторичны. И вот, например, столкнувшись с этим фактом, да, как мы должны оценивать эту вторичность, эту откровенную плагиатированность? Потому что я не исключаю, что и Геракл передран с митраистских мифов, с зороастрийских мифов. Мы видим, что вот эти все конструкции, они бродят из религии в религию, и невозможно говорить на эти темы, не обижая кого-нибудь из вас. А христианство, как бы не предложив ничего нового, кроме исключительной своей снисходительности к рабству, потому что мы знаем и послание к Тимофею, мы знаем послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, где идет... Значит, уважаемые коллеги, мы просмотрели ролик. Вот обратите внимание, я думаю, что вот не вовлекаясь в религиозную дискуссию, вы оценили
там был явный скачок качества. Вот, пожалуйста, дайте мне плюсиками, я специально не называю, не даю подсказки, вы там услышали некоторый скачок качества в дискуссии, который был? Да, я не спрашиваю, вы разделяете религиозные взгляды, не разделяете, если не религиозная дискуссия, пожалуйста, в общем чате, дайте, пожалуйста, знать. Да, Александр Валерьевич Костин, да, ощутил. Я был уверен, что вам понравится. Да, да. Вот был некоторый скачок качества. И вот обратите внимание, вот очень важный момент, который мне хотелось оттенить. То есть внимательнейшим образом анализировать Библию и другие религиозные тексты. Вот они, как бы, я там, знаю там, про Бога вдохновенность, я все это знаю, естественно, хотя не религиозный человек. Тем не менее, есть масса аналогов, которые были до них. Вот эта вот мысль, пока я не буду развивать, на последующее. А у нас новая вкладка «Оценки числа творческих личностей в социуме». Сейчас будет много материалов в чате. Кого это интересует, вы можете спокойно посмотреть. Итак, вот первый материал – это 62 материала. 62 материала, начиная с Цицерона, то есть это 54 год до нашей эры, которые оценивают количество творческих личностей в социуме. Обратите внимание, я сейчас использую термин не гений, а творческие личности довольно размыто понимают этот термин. Вот обычно, еще раз повторяю, кто к нам присоединился, обычно выдающиеся люди, сам выдающийся человек, оценивают других выдающихся людей, и эта оценка составляет 1 на несколько тысяч и до миллиона. Вот обычно в этом диапазоне одна творческая личность, пока я не говорю полутворческая личность, это мужчина либо женщина, она от нескольких тысяч до так дальше. Далее, очень интересный материал, это, который строится автоматически, наша база данных строит, по странам Европы. По странам Европы, почему в некоторых странах Европы были вспышки, а они были, творческих личностей. Опять-таки, кликом мыши можете посмотреть, почему это происходило, это разговор впереди. И другой индекс, ну, вариант первого индекса, так дальше. То есть вот творческих личностей такого высокого уровня, к сожалению, очень мало. Пожалуйста, вот теперь вопросы, которые по количеству творческих личностей в социуме, пожалуйста. На всякий случай, первый материал, вот он собирался 35 лет, первый материал, который 62 материала, вот, и он представляет такой вот, ну, материал для такого неспешного прочтения в течение пары вечеров. То есть там очень много горького, к сожалению. Так, вопросы какие-то, либо все понятно нам? Пока, пожалуйста. Угу. Так, а можно тогда относительный индекс, суммарный индекс сейчас можно поставить? А, поставил, да? Спасибо, я как бы не заметил, да? Ну хорошо, тогда у нас, сейчас я посмотрю, значит, как бы, да, значит, это мы сделали и так далее. Вот. Так, хорошо, давайте теперь мы потихонечку сейчас как бы следующее у нас будет, как бы, у нас, пожалуйста, оценка числа. Да, сравнительный вклад. Давайте сравнительный вклад. Сейчас, наверное, после этого еще раз пауза для вопросов. Итак, новое, скажем, новое мое рукописное творение. Рукописное творение. Что же я хотел здесь изобразить? Дело в том, что кто знает христианскую литературу, он знает, что есть такой образ лестницы Якоба, либо Якова по-разному ударяют в Библии. После чего образ лестницы использовали эволюционисты, ну, более конкретно биологи, что вот некоторое есть такое развитие, потихонечку развитие, восхождение. И образ лестницы, вот такой со ступенечками, он принят в европейской культуре. В азиатской не знаю, ну, просто некомпетентен, не знаю. Лестница, да? Ну, соответственно, здесь возникает та же самая развилка, которая уже была нарисована. Как правило, если человек чего-то добился, как правило, если выступает на слабой аудитории, о которой я говорил, вот характерный пример, тренеры и консультанты, очень характерный пример, вот все заслуги людей, которые были до него, он приписывает себе. Вот указано на этой схеме два варианта. Первый вариант, честный вариант, что делает крупный талант, гений, вообще творческая личность публичного полета. Они перескакивают через несколько ступенечек.
И они всем нам, ну то есть мы уже пользователи, такое компьютерное слово, пользователи, пользуемся результатами этих людей, мы просто-напросто больше получаем благ. Есть второй вариант, просто-напросто, если выступать на неквалифицированной аудитории, то, соответственно, приписывать все заслуги себе. Вот очень интересный момент, он такой горький, печальный. Сейчас, возможно, будут обиды, но я не пытаюсь никого убежать. Но это нужно просто зафиксировать. К сожалению, бывая на многих конференциях, я вижу, выступают преподаватели вуза, которые учат студентов, будущих специалистов. И, к сожалению, вот никакой такой вот маленькой дельты, там греческая буква дельта, разница, вклад, к сожалению, человек сказать не может. Кто бывает на конференциях в вузовстве, знает, что масса вузовских преподавателей, особенно так ближе к 40 годам, хронически сбиваются, выступают на научной конференции, где нужно показывать свой личный творческий вклад, свою новизну, пусть небольшую, но свою. Это очень важный момент. Это развивает. И, соответственно, сбивается на лекцию для студентов. Даже на таких конференциях будут оговорки. Дорогие ребята, дорогие студенты. Ну, перечеркиваю, что я такие же доценты и заведующие кафедрами, как он, но человек сбивается, потому что вклада нет. Почему нужен свой вклад? Вот есть некая печальная статистика, которую я уже начал говорить и буду говорить еще. Минимальная страховка, у человека может что-то не получиться. Более того, действительно не получится творческая работа. Это такая нормальная вещь. Но он выскочит за нижнюю границу. Это не деградация. Если же человек хронически приписывает себе чужие результаты, он начинает себе врать. Вот именно слово «врать» я ничем не могу заменить. Ну, искажать реальность. И так далее. И так просто это не проходит. Вот хроническое вранье в течение нескольких лет, оно плохо оканчивается для психики. Потом человек действительно не может ничего сделать, кроме повторения и списывания чужих результатов. К сожалению. Поэтому, соответственно, гений делает прорыв, вот перескакивание через много ступенечек, частично отвечая на ваши вопросы. Крупный талант развивает открывшиеся двери, а львиная доля людей преимущественно, к сожалению, занимается тиражированием. И вот при подготовке к этой онлайн-лекции мне попалась очень интересная история, она касается Великого Новгорода. В Великом Новгороде очень давно ведутся раскопки, и там была найдена монеты, и примерно датированные 1420 годом. Великий Новгород, маленький Новгород, который недалеко от Санкт-Петербурга. И вот, соответственно, там была какая-то коленопреклоненная фигура и какой-то, ну, как бы царь, руководитель, непонятно, о чем дело. И, соответственно, была масса трактовок о некоторой особой умом непостигаемой духовности вот Великого Новгорода. Я не против духовности, но послушайте, чем закончилось. Вот недавно выяснилось, что никакой особой духовности нет. Просто новгородцы слезали, скопировали, ну, как, любые слова, с венецианских монет. Это просто они воспроизвели венецианскую монету, где святой Марк, основатель вот, Венеции, значит, что-то дает какие-то наставления ну, одному из горожан, ну, который внимает ему, коленопреклоненный. Никакой духовности нет, никакого скачка нет. Другой момент, известная история, опять-таки, я хочу убрать здесь и религиозный, и национальный аспект, просто история. В Галиции, ну это западные области Украины, в конце 19 века, к сожалению, сейчас не помню, это и не важно, был мелкий банковский служащий, по национальности он был еврей. На столе у него стояла копилочка, и он мечтал, известная мечта, накопить себе денежек на небольшой участок в Палестине. Вот. И окружающие заметили, что это была мечта не только этого человека. Другие служащие этого банка тоже мечтали об этом, и они стали подкидывать ему эти денежки в его копилку. Ну, просто как мечта о родине, о Палестине и так далее. Начиная с начала 20 века, Еврейский конгресс, Международная организация Еврейский конгресс, изготовила очень большое количество бело-голубых копилок для самых разных стран мира. Соответственно, евреи всего мира стали собирать денежки. То есть гости приходят, кладут денежки, какие-то что-то на сдачу получил, кладут денежки и так дальше. И вот на эти деньги, в том числе из копилок, не только из копилок, они стали потихонечку покупать землю у арабов. И обратите внимание, между арабами и израильтянами, прямо скажем, были непростые отношения всегда.
Но к 1904 году, то есть начали в 900 году, 901 году, точнее, к 1904 году первая территория буржуазу выкуплена. Потихонечку, потихонечку, по некоторым данным, до 13% территории Израиля было выкуплено благодаря этим копилкам, спонсорским взносам, социальным маскам и так далее. Обратите внимание, скажем, я ни в коем случае не против арабов. Арабам важно было получить деньги. И они их получили. Они играли короткую игру, они играли в одну ступенечку. Евреи, мудрый народ, они играли длинную игру, они играли во много ступенек. И в 1948 году образовалась организация Израиль. Маленькая деталь, окружающая Израиль арабские государства, вот в день, когда Израиль получил независимость, посчитали нужным объявить о том, что надо его уничтожить. Ну и так дальше. Так вот, я сейчас привел специально два варианта, не пытаясь сравнивать, кто лучше, кто хуже и так дальше. Это выходит за тему моих онлайн-лекций. Я просто говорю о том, что бывают игры такие вот как бы на хапке, как у таксиста в ночном аэропорту. Бывают длинные игры. Бывают длинные игры. Следующая мысль, которую я проводил, что львиная доля вещей, которые делает профессионал, это чрезвычайно грустно, но это правда. Это копирование, 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 еще раз копирование чужих результатов. Вспоминаем высокую духовность и монеты Великого Новгорода. Пожалуйста, ваши вопросы. Пожалуйста, ваши вопросы. Ваши вопросы. Я немножко подожду. Подожду. Так. Вопросов у нас нет, поэтому в таком случае следующую заставку, пожалуйста. Давайте посмотрим, та ли заставка. И вот, соответственно, скажем, уважаемые коллеги, советую перерисовать. Я нарисовал некую абстракцию. Сверху то ли половина солнышка, то ли чердачное окно, куда лазают гусары к дамам. Не знаю, в данном случае это не важно. Это символ результата. Соответственно, синяя линия. Люди делали маленькие шажки, и, ну, бывает, всякое бывает в обществе, не дошли до результата, не дошли до результата. Соответственно, зеленые слева, которые шли, ну, промазали, но потом все-таки вывернулись. И оптимальная линия, такие большие скачки. Так вот, одно из очень важных характеристик, которые характерны для деятельности крупных талантов, для гениев, они делают довольно крупные скачки. Не один скачок, это некое упрощение, а несколько серию крупных скачков. Об этом будем еще говорить дальше. И сейчас для забавы, показываю вам пример этой недели. Пожалуйста, покажем. Вот, пожалуйста, внимательно посмотрите на заставку. Вот когда у нас возникает большое количество каких-то заготовок, объектов, в данном случае такой комический эффект возникает после, ну, наверное, в любом книжном магазине, либо в библиотеке, либо в личной библиотеке, там много книг, комический эффект после сопоставления обложек. Зачем эта иллюстрация? Еще раз, как бы в отличие от гения таланта, профессионал, который приносит пользу, как правило, новизна труда небольшая, очень часто хватает комбинаторики уже известных, существующих решений. Вот при этом есть некоторый соблазн самоутвердиться и не называть авторов исходных решений. Вот потихонечку мы переходим к этому соблазну. Пожалуйста, следующий. Так, вы знаете, вот таблица, еще раз таблица. Давайте я теперь открываю этот вопрос, есть какие-то вопросы. Пожалуйста. Пока вопросов я не вижу. Ну ладно. Значит, итак, вот некая сводная табличка, значит, могу назвать некую статистику преимущественно по Европе. В Европе действительно разные авторы называют, обычно люди называют от 300 до 2000 гениев за европейскую историю. Откуда? Это не моя оценка, называют различные люди, которые это исследовали. Как, откуда эти цифры взяты? Вот там 300, 500, 2000. Как правило, берутся крупные энциклопедии, например, британская энциклопедия «Британика»,
и смотрятся статьи, посвященные различным людям. Вот наиболее крупные статьи считаются, что посвящены наиболее крупным личностям, которые изменили облик Европы. Вот это есть такая вот оценка. Я с ней не спорю, об этом разговор впереди и так далее. Вот. Я могу сказать, что по моей статистике, которая немножко больше, можно сказать следующее, что большинство гениев, то вторая точка сверху, они обычно сделали один-два результата в своей жизни, что-то открыли, что-то написали, что-то изваяли, молодцы. Значит, предложили новое религиозное толкование, да, молодцы, как же, и все. Чрезвычайно мало людей в истории человечества, которые сознательно, неоднократно делали достижения высокого уровня. Сходу могу назвать два персонажа, думаю, что знают все, третьего, ну кто-то знает, кто-то не знает, мы будем об этом говорить 19 октября, воскресенье. Первое, это Аристотель, который заложил основы массы наук. Второй, Платон, скажем, предшествующий Аристотелю, и возможная фигура Сократ, там не разобраться, как, где Платон, где Сократ, скажем, так дальше, который также заложил массу идей, ну, в нашу историю. Третий человек, которого мне посчастливилось знать лично, это Генрих Саулович Альтшулер, который разработал ТРИЗ, который разработал законы развития технических систем, который разработал жизненную стратегию творческой личности. Поэтому, повторяю, все достижения мирового уровня, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что достижения мирового уровня, потому что, если вы посмотрите, эти материалы есть на портале Викенд, каковы достижения психологов, причем и наших, и зарубежных, в разработке теории творческой личности. То есть, вот посмотрите, мне не хотелось бы говорить, потому что мне не нравится вечером в воскресенье использовать негативные эпитеты. Ну, просто вот. Не хочется сорвать вечер, да? Вот сравните. Поэтому вот как бы супергении бывают действительно единицы. Судя по всему, гении, вот гении, которые называются, вещь спорная, очень плавающие оценки, сотни и тысячи. Таланты. Таланты адаптируют прорыв, и с точки зрения жизненной морали, жизненной этики, быть очень, очень интересным талантом. Потому что, как правило, небольшие риски. Как правило, основные работы уже сделаны. Как правило, немножко понимают соотечественники. Как правило, это вот наиболее интересно где-то вот быть вот в районе таланта. Хотя, конечно, может что-то не получаться, бывают какие-то свои передряги. Дальше. Профессионалы. Вот профессионалы, к сожалению, львиная доля – это комбинаторика. Я могу сказать, повторяю оценку еще раз, неоднократно разговаривал с крупными бизнесменами, сколько времени в день у них отводятся какие-то нестандартные вещи. Максимальная оценка 20 минут в день. Еще раз. Вы знаете, что рабочий день длится 8, 9 и 10 часов. Максимальная оценка, которую назвали крупные нешуточные бизнесмены, 20 минут в день. Некоторые не назвали вообще. Я понимаю, что это экспертная оценка, но тем не менее. Вот, соответственно, для того, чтобы понять, что человек делает в течение дня, можно просто вспомнить, ну, либо записывать, поработать свой день, и просто сообразить, сколько вещей мы повторяем, то есть повторяем, и сколько мы делаем нового. Повторяю, в некоторых днях бывает, что нового, ну, вообще не получается, и говорить о каком-то творчестве, о каком-то креативе, наверное, несерьезно. Пожалуйста, вопросы по этой вкладке. Вопросы. Так, я их не вижу. Значит, Сергей Михайлович Храмов. Может ли вы выделить по одному гению в 20, 19, 18 веках, если уже гении в 21 веке? Значит, Сергей Михайлович, вы идете на портал Викенд. Вот, в те, которые рекомендованы вкладки. И, соответственно, просто-напросто играя с этими вкладками, смотрите, там их выдающихся людей более 2000. Поэтому моя оценка ничего к этому не прибавит. Повторяю, потому что причисляю к сонному гениев не я, у меня нет такой страсти, скажем. Да, это определяется сравнением с современниками. Поэтому, пожалуйста, для этого портала сделан. Скажем, спрашивает Михаил Анатольевич, как бы, извините, не вижу фамилию, меня встречивает. Вот интересно, гении-патриоты еще встречаются? Не знаю. Я лично не встречал.
Поэтому, поработав, в общем, неоднократно поработав с теми людьми, которых вы почти каждый день видите на федеральных каналах. Вот, кто понял, тот понял. Кто не понял, ну извините, я отвечу. Как мог. Еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, вопрос. Ну хорошо. Значит, дальше у нас будет еще много, ну немного еще кое-что. Пожалуйста, следующая вкладка. А, да, сейчас будет печальная вкладка. Заставка, извините, я оговорился. Сейчас у нас тихо. Подождите, пожалуйста, можно пока задать вопросы. Да. Итак, вот печальная вещь. Не схвачено. Да, в четверг, когда мы рисовали эти заставки, к сожалению, это печальная статистика. Значит, в супергениях чрезвычайно интересное замечание Станислава Лема. Оно есть на портале «Интент», мы пока не показываем. Пока поверьте на слово, кто хочет, пришлите вопрос, я, соответственно, Станислав Лем говорит о том, что наиболее крупных гениев, социум человечества общества не замечает. Ну, по разным причинам, ссылаться на первые источники становится абсолютно непонятным. А что сделал, например, сам бизнес-тренер? Как правило, замечу в скобках ничего. Повторяю еще раз, ничего. То есть пересказ из 2-3 книжек не является творческим результатом. Как бы печально это ни звучало, скажем, да? В талантах. Таланты, как правило, ценят некую популярность, известность, какие-то хорошо понимаемые денежные признаки успеха. Вот это вот ценят, действительно ценят, и вот это люди допускают в сознание. В профессионалах, ну, примерно то же самое. Если профессионал может еще развлечь, доставить удовольствие, то совсем хорошо. Если профессионал может как-то попытаться оправдать грехи, то как бы это вообще просто прекрасно. Обратите внимание, социальные сети во многом воровство контента, они выросли на это, социальные сети. И вот кто автоматизировал воровство контента, я имею в виду музыку, прежде всего музыку, видео, чужое видео и так далее, тот стал миллиардером. Еще раз, значит, посмотрите наиболее крупные социальные сети, я очень четко сказал, автоматизация греха принесла вот миллиардные доходы. И деградирующие. Деградирующие вещь вообще плохо изученная. В данном случае деградирующий имеется в виду интеллигент, творческий человек, не сумасшедший, которому, ну вот как бы вот, не больной психически, душевно, просто деградирующий человек. Тема абсолютно не изученная и в коммерческом бизнес-плане, и в научном плане чрезвычайно интересная. Кто возьмется, могу сказать, это очень горячая европейская тема. Хотите иметь международную известность, я не утрирую. Значит, соответственно, вот тема. Тема чрезвычайно актуальная. Вот никто толком не занимается. Вот именно деградация творческих интеллектуальных людей. Вот как раз эта новая профессия, я не знаю. Мое дело подсказать. Пожалуйста, уважаемые коллеги, может быть, вопросы есть, мне подсказывают. Так. Сергей Михайлович Храмов, может быть ситуация, когда гениального ученого мир вообще не узнает. Скажем, вот Лем это утверждал, смотрите на Вики. Думаю, что возможно, значит, как бы те варианты, которые я встречал. Учитывая то, что я 35 лет этим занимаюсь, ко мне периодически это означает каждую неделю, обращаются разные интересные люди. Некоторые из этих людей действительно что-то сделали. По крайней мере, они начали какое-то движение. Но по какой-то причине, то ли дефект воспитания, то ли дефект семейной жизни, то ли вообще какой-то дефект, они обиделись на мир. Вот, на мой взгляд, мир, когда есть интернет, когда есть бесплатные хостинги, когда есть группы, но человек, по крайней мере, может извести сообщество, как уже прореагирует мир, это вот следующий вопрос. Будут ли внедрены его инновации, его разработки. Ну, скажем, это довольно глупо. Вот. Но тем не менее, такой эффект, когда человек присылает мне рукопись,
Вот, и, в принципе, вот, судя по тому, что он пишет, это рукопись знает он, я и еще несколько доверенных людей. И все. И, обидевшись на мир, не публикует. Так он форма мщения миру, который недооценил. Да, такое бывает. С другой стороны, есть эффект, который я прекрасно знаю, потому что, когда у нас проходит очередная конференция, обычно мне присылается ряд материалов, где авторы намекают, что он чрезвычайно сделал нечто уникальное, потрясающее, и автор тут же отказывается об этом открыто опубликовать, ну пусть написать несколько страничек, и об этом открыто рассказать. Почему? А страшно. Понимаете, в чем дело? Вот я, например, читаю 5-7 килограммов книг ежедневно. Еще раз, 5-7 килограммов книг ежедневно. А вдруг автор что-то расскажет, а я скажу, что это сделано в 1932 году в Австрии. Автор 20 лет рассказывал всем, какой он гениальный. И тут за 3 минуты. Такое бывало. Это делается максимально корректно. Но это очень такое сильное воздействие. Поэтому в научном мире есть некая традиция, что если некоторые результаты есть, какое-то количество современников в них посвятить. Поэтому, по крайней мере, нужно что-то сделать. Далее, следующий вопрос, Михаил Алексеевич Киселев. Извините, если я просто плохо вижу. Да. А? Михаил Анатольевич, извините, ради бога. При нынешнем развитии техники различного способа общения, коммуникации, возможно объединение гениальных людей и их открытий. Есть ли примеры? Значит, у Гена Христовича Альшулера есть механизм, который статистически подтверждается. Как правило, действительно, очень выдающиеся люди, они довольно плохо уживаются. Есть несколько механизмов. На портале Викенд, если не найдете, пришлите вопрос, я дам ссылочку. Есть механизм, который говорил Альшулер, эстафета, когда некоторые результаты передаются друг другу. То есть вот личное общение сведено к минимуму. Второй такой как бы формы организации, она более традиционная, я уже говорил, является некая конференция либо семинар, называйте как хотите. Есть легендарные семинары Бора, легендарные семинары Ландау, легендарные семинары Каписа, легендарные семинары Йоффе, где собирались на очень короткое время некоторые люди. Некоторые люди, повторяю, ну, действительно, как минимум, выдающиеся физики и так далее. На мой взгляд, возможно, и я несколько раз уже обсуждал эти разговоры, но это проект на год, я делать его не буду, потому что просто сверхзагружен. Возможно, появление социальной сети для одаренных людей, которая выстраивает некую процедуру общения именно очень выдающихся специалистов. Поэтому как раз личное общение отсекается, потому что как раз люди раздражают друг друга именно через личное общение. А когда сеть должна быть один из ее механизмов, отсекать вот личную дребедень, личную психотерапию, как говорила Мюрхольд, личное психоложество. Психоложество нужно отсекать, оставлять то лучшее, что есть у выдающихся людей. Вот это вот, думаю, что этот проект возможен, чрезвычайно интересный. Как сделать, мне абсолютно понятно, но в ближайшее время я точно делать не буду. Вот как бы. Далее. Так. Сергей Николаевич Гребенников. После концерта пришел к нам. Спасибо, Сергей Николаевич, вы успели. Можно ли развивать духовное, душевное, профессиональное, жизненное, человеческое? Какие критерии? Благодарю. Уважаемый Сергей Николаевич, как бы в начале работы, совершенно не важно, есть различные схемы, более беспроигрышная схема, когда вы работаете в чрезвычайно узкой области. Особенно если работа первая, особенно если вы начинающий исследователь. Как правило, крупное обобщение – это вторая половина жизни, это за 40. Это фигуры типа там Ивана Петровича Павлова, скажем, господина Пирогова, Николая Ивановича Пирогова. Это вторая половина жизни, это очень матерый опыт. Как правило, молодые люди должны заниматься очень конкретными, или молодые люди, либо стартующие люди, очень конкретными вещами. Вот, более того, это первое. Второй момент. Мой совет, на старте работы различные слова, затертые. Это не только мой совет, это совет, скажем, классический тренерский совет. Духовность, душевность сразу же убрать. Мы об этом будем говорить, скорее всего, 19-го, может быть, будем говорить. Потому что опыт показывает, что это способ ходить по кругу. Почему так происходит, покажу попозже.
Флора, Акира. Как же быть с плагиатом? Если я о чем-то знаю только несколько человек, большой шанс потерять авторство, скажем. На сегодняшний день, да, существует проблема плагиата. Значит, существует, я не знаю, простите, с какой вы страны, но существуют международные нормы, существуют документы. Есть некоторые простые процедуры, они не гарантируют счастья. Например, мой опыт показывает, когда вы сообщаете ограниченному количеству лиц, и они за это расписываются, это очень потрезвляет всех, отрезвляет. Вот, потому что потрезвляет. Поэтому плагиат, да, существует такая проблема, но тем не менее, скажем, да. Далее, так, как же быть с плагиатом? Плагиат действительно большая проблема. Действительно, как бы. Плагиат, как вот утерянные деньги, как вышли знаки полезные? Ну, как бы, в достижении, я не вижу этого вопроса, где он, как бы. Значит, ну, я прошу зачитать и повторю мне вопрос. Андрей Георгиевич Курьян, как утерянные деньги относятся к знаку полезности? Значит, хорошо, я воспроизведу вопрос, потому что я его не вижу, к сожалению, почему-то сейчас тормозит. Значит, вопрос, как у гения соотносится полезность и новизна? По сравнению, то есть нет абсолютно новизны, абсолютно полезности. По сравнению с современниками, она может превышать в десятки и сотни раз. То есть люди готовы простить, когда кто-то превышает их на чуть-чуть, на проценты. Когда же человек повышает их, повторяю, в десятки и сотни раз, современники этого просто не понимают. Живой пример Генриха Ульшуля, рассказ о котором впереди, 19 октября, я надеюсь полностью посвятить этому речи. Значит, мы сравнили достижения Ульшуля с людьми, которые работали по аналогичной теме в других западных, российских, ну, советских, точнее, тогда учреждениях. Разница, ну вот как минимум десятки и сотни раз, качественная разница, очень бесспорная разница, на основании, ну, некоторых простейших критериев. Следующий вопрос. Ну хорошо, тогда переходим дальше, пошли. Дальше будем подробно сидеть, как бы, да? Итак, уважаемые коллеги, особенно кто в Питере и рядышком с Питера, 11 октября, это суббота, то есть 12 у нас очередная онлайн-лекция, а очная лекция у нас 11 октября, библиотеки имени Маяковского, это рядышком с Невским проспектом, с рядом Онищковым мостом. Значит, здесь вот будет продолжение материала, который будет состоять из трех основных частей. Я прошу модератора кинуть ссылку, как зарегистрироваться. Значит, первое, я немножко расскажу то, что было о бренде творческой личности на предыдущем занятии, очном, это очное занятие. И в онлайн-лекциях он дублироваться не будет в течение этого года, сразу говорю, в течение очного года. Второй момент. Очень много вопросов по этой теме, я на них не успел ответить, когда первый раз читал. Поэтому можно задавать вопросы, регистрироваться на онлайн-лекцию. Да, это бесплатный формат. С 16 до 19. По факту к нам приезжают уже из других городов, потому что вот аналогичный материал в Москве недавно шел. Стоимость пятизначная цифра. В Питере у нас экспериментальная площадка бесплатно. В Москве то же самое, пятизначная цифра. Соответственно, скажем, люди даже приезжают из других городов на эту лекцию. Лекция очная 3 часа, идет без перерыва, 16 до 19, 11 октября. Модератор поставил уже, да? Да, поставил уже просто. Следующий, пожалуйста. Анонс. Вопрос в чате. Значит, вопрос, где я черпаю вдохновение и силы. Как только вы начинаете заниматься стоящим делом, оно само появляется. Если человек занимается регулярно самообманом, чем занимается большинство интеллигентного населения на русскоязычном пространстве, то вдохновение, эмоции и все остальное, оно рассасывается. Вот есть известный принцип, нужно заниматься делом. Делом с большой буквы. Дело лечит, дело помогает, дело вытаскивает. Вот, пожалуйста. То есть, на мой взгляд, очень просто. Но нужно себя здесь не самообманывать. Пожалуйста. Следующий, пожалуйста, заставку. Так, значит, и, соответственно, теперь я хотел бы чуть-чуть, потом еще будет пауза на вопросы, обсудить, что делать 12 октября. 12 октября – это следующее воскресенье, 19.59.
Значит, есть два варианта, и, соответственно, я могу реализовать оба из них. Я предложу вам, как мне кажется, для вас более интересно, что я работаю для вас, а как бы, если ну, вы не будете за этот вариант, то пойдет другой вариант. Первый вариант, который плохой, я считаю, он неплохой, он нормальный, но он, на мой взгляд, преждевременный. Значит, у меня запланировано на 12-е рассказать о древних мифах. И как это связано с современной культурой, как это связано с творчеством, как это связано с ограничениями культуры, ну так дальше. Это большой интересный материал. На мой взгляд, как бы, судя по вопросам, которые посылаются на неделе, людей интересует более практический вопрос, хотя мифы тоже хорошая штука. Значит, после мифов, соответственно, Древняя Греция, после Древней Греции там, Древний Рим, после Древних Рим Древние Арабы, после Древних Арабов Древние Христиане, после Христиан Средневековья, Инквизиция, там, пытки, творчество, еретики и так дальше. Вот запланированы у меня мифы. На мой взгляд, учитывая, что мы начинаем только складывать наше общение по непростой теме высшего творчества, правильнее, если я буду в течение часа отвечать на ваши вопросы. Это более сильный вариант, который, мне кажется, нужно взять паузу, просто спокойно вот, как бы, научиться взаимодействовать. Значит, но здесь есть некая сложность. Есть вопросы уточняющие. Сегодня вы мне задаете уточняющие вопросы, я пытаюсь как-то кратко на них отвечать, без подготовки, кстати. Вот. Есть другой вариант. Если вы по e-mail, который сейчас появится в чате, пожалуйста, специальный e-mail, значит, предупреждаю, e-mail, который в чате, на него, если вы кликаете, почему-то на некоторых, по крайней мере, компьютерах, по крайней мере, на всех наших компьютерах, а их у нас много, он почему-то никак не отображается. Поэтому, если вы хотите написать письмо, вот именно не ссылку, гиперссылку, а именно e-mail, нужно просто копировать. Надо это мне кивнет, когда появится в чате. Ну, пока я поговорю, модератор мне кивнет, когда появится. Значит, соответственно, просто нужно вырезать и вставить в окно почтовой программы. Соответственно, как задавать вопросы, такие большие вопросы на 12 число? Значит, e-mail есть в чате, все. E-mail стоит в чате, можно копировать его на мышку и вставить в почтовую программу. Его после писать на бумагу, потом как-то отправить. Значит, желательно указать, что вы уже знаете по данной теме. Второй момент. Какая ваша цель? С какой целью вы задаете себе вопрос? Это сделано для воспитания ребенка. Это сделано для воспитания сотрудников. Это сделано для самовоспитания. Что вы уже попробовали сделать? Обычно такой вопрос уходит до страницы. Но если будет полстраницы, тоже хорошо. Если же приходит очень ленивый вопрос, а как быть с моим имиджем? Я не знаю, какой у вас был имидж. Что вы сделали для того, чтобы этот имидж заработать? Какой имидж вам нужен? И так дальше, Для понимания, вопрос об имидже в тех московских агентствах, которых я учил, как это делать, стоит от 30 тысяч долларов. Поэтому, когда человек пытается бесплатно получить консультацию, то есть я к ней, как ни странно, готов, но время человека написать страницу, что он имеет в виду. Вот это подробный вопрос, и я не буду тратить время. При этом сразу же говорю, что иногда я пытаюсь с помощью почты уточнить вопрос, я привык к тому, что на мои письма люди отвечают. Если на мои письма по любым причинам люди не отвечают стойко, в таком случае, как вы можете догадаться, я себя уважаю, и вопрос, он не рассматривается. Поэтому, соответственно, я просил бы за сегодня, за понедельник и за вторник, если будет вопросов достаточно, соответственно, в среду мы примем решение, я приму решение, и весь день буду отвечать на вопросы о творчестве. Это 12 октября, это заочная онлайн-лекция, 11 очная в субботу, 12 заочная, 19, учитывая, что 15 октября день рождения у Гены Хасавовича Айшуллина, кто не знает, поверьте, гениальный человек, я буду очень подробно рассказывать. Вот на 19 можно задавать вопросы любые о ТВИС, о жизни стратегии творческой личности. Я постараюсь это осветить с массой ссылок, материалов, в том числе тех, которые не опубликовались, и рассказать об этом. То есть 12 я хотел бы ответить на вопрос о творчестве, а 19 о ТРИС. Можно спрашивать любые вопросы, связанные с ТРИС, ТРИС и дети, ТРИС и бизнес, классический ТРИС, ну и так дальше. Смотрим, есть ли у нас вопросы.
Сергей Михайлович Храмов, ваша база самая мощная в сети. Спасибо. Да, мы не нашли по основным европейским языкам, мы не нашли более мощной, посвященной изучению творческих личностей. Для этого было потрачено 35 лет. Да, конечно. Да, самая мощная. Правда, правда. Мне несколько лет назад пришло письмо от киевской студентки, цитирую по памяти, к сожалению, я его удалил, было написано следующее. «Привет! Мне понравилась твоя страничка в интернет. Это крупнейшая в Европе база. А почему нет чата для общения?» Вот я чуть не написал на встречу киевской студентке, а что такого киевская студентка может сказать миру в чате? Вот я сейчас все брошу и буду делать чат для общения киевской студентки. Ну, спасибо за понимание, спасибо за понимание. Хорошо, следующая заставочка, пожалуйста. А, извините, вопрос в чате, извините, мне модератор подсказывает. 5-7 килограммов книг, кроме вас, не знаю, сколько сейчас, как вам это удается. Сергей Михайлович Храмов, 5-7 килограммов книг, кроме вас, не знаю, столь читающих ученых, как вам это удается? Пожалуйста, Сергей Михайлович Храмов, пожалуйста, напишите подробно. Могу сказать, что за 35 лет я ставил галочки, меня об этом спрашивали не более 10 человек. За 35 лет 10 человек. Пожалуйста, задайте этот вопрос, если он актуален для сообщества, я 12-го буду рассказывать. При этом я иногда это рассказываю, читая сам 5-7 килограммов книг, я действительно расскажу, как это делаю, как ни странно, очень просто. Но не факт, что у вас получится. Несколько человек пытались поступать, говорят, что у них дико болит голова. Ну, бывает. Задайте вопрос, отвечу, не сейчас, как бы, да? Цель творчества – самоотдача или результат. Благодарю, Сергей Николаевич Гребенников. Значит, повторяю, Сергей Николаевич, Пастернак – великий поэт. И повторяю, когда он рифмует, он, ну, много чего он пишет, в общем-то, не туда. Значит, мы живем в социуме. И, соответственно, социум несовершенен. Если кому-то нужна справка, что социум несовершенен, на очной конференции я дам справку вам на своей росписи, что социум несовершенен. Ну, если вам такая нужна, не думаю, что вам нужна, но тем не менее, да, скажем, да. Поэтому хотим мы это, очень важно, либо не хотим мы это. Социум так или иначе нас использует. Поэтому социум, неблагодарен, несовершенен. В части своей социум, надеюсь, присутствующих не касается, откровенно вороват. Да. Даже не в состоянии делать корректных ссылок. Бывает. Но тем не менее, мы так воспитаны. Человеческий организм, человеческая физиология миллионы лет, безумное количество миллионов лет, формировалась в небольшой группе собирателей и охотников. Миллионы лет. Наша современная история 20 веков, всего 2000 лет. Это кроха. Ну вот просто это крапинка на яйце. И, соответственно, скажем, вот здесь начинаются очень красивые слова про самоотдачу. Мне представляется, для очищения от психоложества, от психотерапии, вот этих очень мутных вещей, это зараза, которая сжирает творческих людей. Мое дело покукарекать. Ну, покукарекать, предупредить об этих рисках. Они не очевидны, толком даже в литературе не описанные. Мой совет, делать некоторый результат, который кому-то полезен, в том числе несовершенным людям. И более того, я надеюсь, что у нас все взрослые люди, не ждите благодарности. Вот не ждите. То есть, да, благодарят, да, это хорошо, но не более того. Как только человек начинает работать на благодарность, вот дальше следует слово популярность, а за популярностью очень быстро идет слово деградация. Не ждите благодарности. Пожалуйста, еще вопросы. Значит, Инесса Валерьевна Ливна, Игорь Леонардович, что вы думаете о том, что гениальность должна быть нормой? Генрих Ставрович Альшулер. Значит, эта фраза действительно есть. Скорее всего, вы взяли ее из сделанной мной электронной книги «Патрис». Значит, сама оценка Генриха Ставровича Альшулера, о которой 19-го буду говорить более подробно, она, к сожалению, после обучения. Альшулер, я цитирую близко к тексту, 19-го, если это нужно, будет процитировано точно, если интересует еще раньше, пишите запрос, значит, дам точную ссылку, точнее, до страниц. Он говорил следующее, что из 100 обученных, у него гигантская статистика обученных, 10 человек становятся преподавателями, преподаватель 30. Один человек из 10 преподавателей становится разработчиком, что-то новое разработывает. Вот. Разработчик 30 – это еще далеко не гений. К сожалению, Альшулеру действительно, ну, очень хотелось, он очень любил общаться с талантливыми людьми, это правда. Но вот до нормы гениальность – это норма, это некоторый такой призыв, миссия,
но ни в коем случае не, даже по данным самого Генриха Сауча, не некое достижимое. Повторяю, с гениальностью все чрезвычайно печально, чрезвычайно печально, чрезвычайно печально. Вот, я потихонечку печали ввожу, не все сразу. Так, господин Киселев спрашивает, сейчас я должен покрутить. Михаил Анатольевич Киселев, я не вижу вот вопроса вашего, не вижу. Возможно, вы печатаете, да? Давайте на следующую вкладочку переходим, пожалуйста, да, уважаемые коллеги. Итак, уважаемые коллеги, то есть самое главное, чего все ждали, я надеюсь, что все ждали, домашнее задание. Я рекомендую делать домашнее задание. Почему? Я сейчас предупрежу, где-нибудь в ноябре я эту точку еще раз напомню. Думаю, что с первого раза меня вы не услышите, но я все равно честно это сделаю. Значит, значит, по поводу обучения ТРИС, давайте на 19-е. На 19-е большой вопрос, он будет 19-го, расскажу. Значит, делать домашнее задание. Значит, опыт показывает и очные лекции, и мастер-классов, и консультации, что все клиенты делятся на две неравные части. Первое, кто выполняет рекомендации, и то считает нужным их не выполнять. И, соответственно, самооправдывает это неуполнение. И надо даже раскаиваться. То есть происходит всегда расслоение учебной группы, к сожалению. Особенно если эта учебная группа собирается несколько раз в течение года, всегда происходит расслоение. Мой совет каждому из присутствующих оказаться в малой группе, она как всегда меньше, когда делает домашнее задание, почему? Потому что вы начинаете расти. Ничего страшного в домашних заданиях нет, ужасного нет, много времени не занимает. Но тем не менее, даже по вопросам видно, что вы начинаете немножко расти над собой и так далее. Более того, я немножко помогаю. Есть какое-то количество людей, которым я точно помог. Значит, поэтому мой совет – делать письменные домашние задания. Это как бы решаете, естественно, вы, но мой совет – их делать. Итак, первое такое задание – очень внимательно почитать материал. Модератор, прошу поставить, пожалуйста. «Приличные люди» по версии vkent.ru. Это такое небольшое эссе, ну даже не эссе, пункты рассуждения, как можно чуть-чуть, пока не ввязываясь по-крупному, потому что это тяжело, немножко поучаствовать в проекте vkent.ru. Ничего страшного там нет, скорее, просто почитайте. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте, я всегда отвечаю на вопросы. Далее, есть ли какие-то ошибки у академика? Сейчас будет ссылка в чат, модератор не кивнет. Частный вариант, вы говорите, Игорь Леонардович, у академика ошибок не было. Маленькая подсказка, прослушайте, ссылки будут на академика, мы поставим через, например, час после окончания нашей онлайн-лекции, будет на нашей странице опорной. И, соответственно, мне кажется, что в ряде мест академик интонации подсказывает, интонации свои подсказывает, где стоит внимательно очень послушать. Просто послушайте. Я специально выбираю академика, потому что это некоторый научный уровень. Выбирать просто каких-то тренеров успеха – это абсолютно ничтожно. Да? Далее. Значит, желательно график смещается за сегодня, понедельник, вторник, утро, среды. Если у вас есть крупные вопросы, пожалуйста, подробно напишите мне по e-mail, тем, чтобы выставить программу. Соответственно, на известной странице, она будет в чате, она уже поставлена в час, скажем, сверху у нас площадь поставлена. Значит, будет указано в среду до 19.59 на этой странице будет указана программа пройдена, в частности, ссылка на академика, а с 20 часов в среду наступающую там будут новые материалы. В зависимости от вопросов, которые вы пришлете, будут либо ответы на ваши вопросы, либо займемся мифами и связью мифов, самых древних мифов, первобытных людей, современностью, с нашими рефлексами, с нашим мышлением и прочее. Далее, очень актуальная тема ТРИС. Вопросов много по ТРИС, я специально эту тему не трогал, потому что начинать с нее вещь неблагодарная. Ну, вопросы сложные. Это весь день 19 числа нужно отдать должное Генриху Саулычу Айшулеру. Вопросы по ТРИС, разные тематики. ТРИС и детишки, преподавание ТРИС, обучение ТРИС, ошибки в области ТРИС, какие книги существуют, что делать, что не делать.
Значит, e-mail для ваших вопросов. Снова модератор, пожалуйста, прошу не кликать, сейчас поставлю в чат. Да? Значит, сейчас, он кивнет мне, как бы, что e-mail поставлен в чат. Да? Да, вообще, если что-то непонятно, не ясно, пожалуйста, вот по этому e-mail можете задавать ваши вопросы. Задавать ваши вопросы. Да, поставлен e-mail в чат. В общий чат поставлен, в общий чат вопросов. Да. Далее, значит, просьба. Значит, уважаемые коллеги, я точно знаю, что многие из присутствующих есть в социальных сетях, есть группы портала Викенд. Вы можете делом мне помочь, если вы будете делать репосты в группах, которые у нас есть. Поскольку мы занимаемся таким очень человеколюбивым делом, творчеством, мне представляется важным, чтобы еще больше людей об этом практике узнало. Соответственно, у нас еще есть на онлайн-лекции места, мною они оплачены. Соответственно, вы можете помочь привлечь людей. Не думаю, что людей будет очень много. Я повторяю, у меня просьба, если вам ничто не мешает, делайте репост. Это вы можете помочь. Сейчас переходим к вопросам. Пожалуйста, я немножко подожду. Пожалуйста, какие вопросы у нас? Так, значит, пожалуйста, вопросы. Значит, да, если вопрос, если где обучиться ТРИЗу? ТРИЗ пишется с большой буквы. ТРИЗ. Теория решений изобретательских задач. Значит, 19-го расскажу. Там много очень подводных камней, сразу предупреждаю. Вопросы, вопросы, вопросы. Я прошу модератора мне помочь. По-моему, вопросов во вкладке нету, да? Уважаемые коллеги, тогда, пожалуйста, значит, мы тогда потихонечку прощаемся. Тогда последняя наша вкладка. Посмотрите, пожалуйста. До воскресенья, 19.59. Здесь вы видите наши группы в социальных сетях. Если вы их не найдете, либо не знаете, напишите, соответственно, в этот же день вы получите ответ. В остальном, наше традиционное прощение, здоровья, успехов и красивых решений. А, я вижу еще вопрос какой-то есть, да, пожалуйста? Я не вижу, пожалуйста, отвечать мне нужен вопрос. Я это уже ответил. Так, пожалуйста. В таком случае, уважаемые коллеги, до следующего воскресенья. Приостановить, да? Да, уважаемые коллеги, я, к сожалению, забыл. Да, сервис нам предоставлен, отличная площадка Вебинару. Сервис хороший, очень многофункциональный, явно лучше других. Соответственно, если вы будете использовать намеренное дистанционное обучение, я рекомендую. При этом должен предупредить, что за сервис нужно платить. Это не самый дешевый.